Сегодня исполнилось бы 80 лет известному государственному и общественному деятелю, заслуженному работнику МВД СССР Рустему Кайдарову, трагически погибшему в авиакатастрофе под Алматы в конце прошлого года. Имя легендарного генерала вписано золотыми буквами в летопись страны. Уроженец Семипалатинска начал свой трудовой путь следователем и дорос до заместителя министра внутренних дел. Напомним, в декабре прошлого года пассажирский самолет авиакомпании БКР потерпел крушение и унес жизни 12 человек. Среди жертв оказался председатель Совета генералов Рустем Кайдаров и наша коллега по цеху Дана Круглова.